Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Ладно, но смотри у меня. Цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться к помощью к Йорлунду Серой Гриве? Ха! А я скорее... Игорит Ульфриком... Привестником! Да и не станет Серая Грива ковать мечи Легиона. Будь. Ой, я возьму заказ, но жди от меня чуда. Чем могу помочь? Землю нашу вернем, защищать край родной. Будем мы день за днем. Хочешь поесть, отдохнуть или просто промочить горло? Ульфрик изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас мир горой. Ладно тебе, хватит уже вопросов. Мы скоринские дети. Нужно что-то? Нам словно мать. Нас авангард ждет светлый каждый раз. Честная плата за честную работу. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим мы наших надежд воронью. Если что еще нужно, обращайся. Да? Давай утолим твой голод. Пожалуй, вернусь к мытью кружек.
Жара на Вайтране ужасна. Просто тпура. Все хорошо, надеюсь? Последнее время все только и толпы. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Самое сильное оружие. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Перед ярлом веди себя как следует, а то проблем не оберешься. Я могу отвезти тебя в столицу люб... Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Лучше поторопись. Держи руки. Отравляете наш город своим присутствием и отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому... Каждую ночь я гуляю по кварталу Серых
и говорю этим красноглазым все, если что... Если ты ищешь наемника, мой клинок остер. Я жажду битвы. Вперед! Пошли. Ты что-то выглядишь скверно. Надо бы выкопать большую... Может, тебе лучше домой, в постельку? Всех красноглазых и ящеров, и пусть там порвут друг друга на... Лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные?
скверно выглядишь. Ты в порядке? Раньше на лесопилке работали 5 отличных парней. Потом началась эта война, и они все умчались. Болваны. Мед им все мозги выел. Что-то ты скверно выглядишь. Ты в порядке? Раньше на лесопилке работали 5 отличных парней. Тут вокруг полно отличного дерева. Но я просто не могу заготовить все одна. Все остальные ушли воевать. А если нужно что-то? Нужно? А? А? Нужно что-то?
нам легко может подкрасться кто-нибудь или что-нибудь. Имперцы считают нас всех дикими зверьми. Я доказательство их невежества. Договорились.
принести. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливаем. Котов этих, знаешь, они себя зовут каджиты. Слыхал я, что на юге. Куда смотрит Ярл? Мы что, теперь должны трястись от страха у себя? Если ты за покупками, у меня есть множество заклинаний. Входи и не стесняйся. Если ты собираешься обвинять меня в том, что я приношу в жертву младенцев или ем сердца мертвецов, то не трать зря время. Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я просто хочу жить тихо и спокойно. Никого не трогаю. Я предлагаю заклятия и свитки тем, кто в них нуждается. И знания школы колдовства тем, кто хочет учиться. Помимо этого, меня интересуют только мои исследования. Погляди. До встречи.
надо идти. У тебя больной вид. Надеюсь, это не заразно? Неведомое всегда вызывает неуверенность и даже страх. Тут нечему удивляться. Некоторые боятся нашего нового мага, но они его примут, когда узнают получше. Время докажет, что я была права. Я на той же стороне, что и всегда. Я за Морфол. Сейчас не время ссориться между собой. Темные времена наступают, и в скорости Скайриму понадобятся все силы, какие можно будет собрать. Ладно. Не обращай на Йорика внимания. Он мой брат, чувствительный. Ему трудно на чем-то долго сосредоточиться. Мы возили его в храм Кинарет в Вайтране, чтобы лекари убедились, что он здоров. И они сказали, что все в порядке. Ты направляешься в Вайтран? Можешь отнести это письмо жрице Данике? Это записка о здоровье Йорика. Спасибо. Ладно? А? Я не... У меня нет дара моей матери, но у меня бывают видения. Эй! Если у тебя какое-то дело к Ярлу, то сперва тебе придется поговорить со мной. Я делаю все, чтобы Идград не тратила время зря и могла заниматься тем, что действительно важно. Ярл объявил награду за головы некоторых разбойников. Вот здесь все подробности. Взгляни. Ладно. Многие люди досаждают моей жене своими мелкими бедами. Меня волнует только это то, что люди надеялись здесь найти. Тихую жизнь в тихом месте, вдали от городского шума и тревог. А теперь кое-кто беспокоится, что этот колдун Фолеон все испортит. А, мы привлекли к себе внимание, да? Последнее время в Морфоле неспокойно. Люди тревожатся, они утратили уверенность. Им нужен ярл с твердой рукой. Ходят слухи о восстании против империи. А ночами с болот доносятся странные звуки. И потом эта трагедия в доме Хроггара. Людям просто нужны слова утешения, что все будет хорошо. Тогда я пойду. Ты плохо себя чувствуешь? Все хорошо, надеюсь?
Присаживайся и согрейся. Ты замечательный друг. Это дорог. Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Тогда веди. И тебе доброго дня, друг. Да встретишь ты честная плата за честную работу. Что еще нужно? Обращайся. Добро пожаловать, дитя. Сестра Йорика? Бедная девочка. Магия течет у них в крови. Это не всегда благо. Спасибо тебе. Вот это за труды. Как же больно. Да благословит тебя Кинарет. О, жар. Все горит. Могу отвезти тебя в столицу любого владения. Угу. Моя повозка. Ну, куда едем? Залезай обратно и отчаливай. Становится прям-таки жарко. Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет. Перик, добро пожаловать. Надеюсь, что путешествие... Скажу сразу. Но если тебе нужно что-то другое, я с радостью помогу тебе. Мой долг помог... И если мое присутствие... Более важный вопрос... Зачем здесь ты? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? А, план бессмертных. Говорят, что он источник всякой магии. Воистину, это благородная цель. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают кого поп... Небольшой экзамен, с твоего позволения. Отлично. Стандартное заклинание для мастеров школы разрушения
Это огненная стрела. Порази ею печать на земле. Этого будет достаточно. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Даже учитывая тот факт, что коллеги... Позволь дать тебе совет. Ты собираешься работать в направлении, которое официально не разрешено? Тогда к некоторым видам экспериментов
Преднамеренное убийство другого мага из коллегии – очень плохая идея. Я бы посоветовал воздержаться. А что касается исследований, пожалуй, если ты найдешь своим действиям приемлемое объяснение, изучать можно практически что угодно. Правда, если для экспериментов нужны живые подопытные, такими вещами лучше заниматься вне стен коллегии. Надеюсь, у тебя есть деньги. Смотри.